Участники проекта «Дорогами героев» Лабинского городского казачьего общества, поддержанного фондом президентских грантов, вернулись из первого похода. Ребята 7 дней покоряли горы, преодолевали трудности, приспосабливались к жизни в сложных погодных условиях. Все видите, да, какие погодные условия. Вчера попали в проливной дождь, шли 20 километров под проливным дождем, промокли. Но вечером развели костер, согрелись, обсохли. Ребята вот за этот поход прошли более 70 километров горными тропами по местам, где в годы Великой Отечественной войны проходила линия обороны главного Кавказского хребта, где был остановлен враг. Впечатлений у ребят масса, замечательные виды, красивейшая природа Северного Кавказа. В походе приняли участие 15 человек. Целевая группа – сложные подростки, казачья молодежь и сопровождающие. Каждый, несмотря на сложности, остался под большим впечатлением. Честно, это был самый мой эмоциональный и впечатляющий поход. Было очень много ярких эмоций. Было все правда, очень здорово, команда суперская, все поддерживали, все помогали, окружали добротой и теплом, реально окружала очень классная команда нас. Что было самым сложным? Самое сложное, наверное, это был подъем на Чёртовы ворота, очень резкий, протяженный подъем, вот, там, конечно, пришлось все силы собрать вместе и идти. Вот, что еще? Предпоследний день мы шли, был очень сильный дождь. Мы шли прям как будто по реке. Было скользко, все скользили, падали. А когда пришли, вся одежда была мокрая. Вот, но все отлично, это здоровские воспоминания. Я очень счастлива, что пошла. Мне безумно понравилось. Поход этот был очень интересный. Сложные были подъемы на Тхач, сам на Воротину. Много интересных мест, красивых. Разных зверей видели, горных козлов, медвежонка увидели, туров. Этот поход дал мне хороших друзей, новых общения и многого нового узнал вообще о туризме и как что делать. По проекту «Дорогами героев» впереди еще 4 похода. Ребята не только увидят красоту природы и научатся преодолевать препятствия, но и проникнутся историей героев-предков, участников битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной войны. Слава героям! Слава Кубани! Лилит Саакян, Николай Смирягин, Лабмедиа.